В Европейском Союзе наступил важный этап в преодолении экономических последствий пандемии. Этим звоном на Люксембургской фондовой бирже отмечен первый листинг социальных облигаций по схеме ЩО. Она направлена на предотвращение роста безработицы, вызванной закрытием предприятий, разрывом деловых связей, самоизоляцией. Всего на устойчивое финансирование краткосрочной программы занятости предполагается привлечь 17 миллиардов евро. Премьер-министр Люксембурга подчеркнул социальную важность новых облигаций. «Эти бонды социальные», — сказал Ксавье Бетель. «Мы даем очень нужный социальный ответ с помощью имеющихся у нас финансовых инструментов». Генеральный директор биржи считает, что эта мера показала себя успешной и сразу оживила деловую активность. Реакцию рынков можно описать как громкие аплодисменты, когда заказы достигли поразительной суммы в 233 миллиарда евро, сказал Роберт Шарф. Как рыночный профессионал я привык к большим цифрам, но это меня ошеломило. По схеме ЩО на рынке капитала будет заимствовано до 100 миллиардов евро, которые спасут от увольнений сотни тысяч человек. Первый выпуск состоит из двух траншей с погашением 10 миллиардов евро в октябре 2030 года и 7 миллиардов евро в 2040. На данный момент 17 стран ЕС присоединились к схеме. Они получат почти 90 миллиардов евро, что позволит им поддержать экономику и сохранить многие рабочие места.